В Нижнем Новгороде в театре комедии сегодня чествовали ветеранов и тружеников тыла. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде остались 700 фронтовиков. Спасибо, спасибо, спасибо. Это святой праздник для меня. Гордость за наш народ, что мы победили. Я старший был по списку. Было 120 человек, а сейчас вот двое осталось. Накануне Дня Победы все мы должны поклониться нашим ветеранам, старшему поколению, и от всей души сказать спасибо вам, родные. Мы помним то, что вы сделали для нас. Ценой невообразимых жертв и страданий вы сохранили для нас свободу и доказали всему миру свою несгибаемую волю и силу своего духа. Сегодня мы отвечаем за нашу страну, за наш город, и мы стараемся быть достойными вашего подвига.